Всем привет! Вы на канале «Готовим с Оксаной Пашко». Сегодня приготовим рулет из лаваша с икрой мойвы и креветками. Если вы ищете праздничную закуску, которая должна быть вкусная, красивая и недорогая, то рулетики из лаваша с икрой мойвы и креветками идеально подходят этим критериям. Это как раз тот случай, когда из бюджетных продуктов получается невероятно праздничное и вкусное блюдо. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. 3 вареных яйца трем на крупной терке. 2 свежих огурца тоже трем на крупной терке. Тертые огурцы отжимаем руками от сока. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. На него выкладываем икру мойвы с креветками и равномерно ее распределяем по лавашу. Я взяла 150 грамм смеси из икры мойвы с креветочной пастой. Накрываем вторым листом лаваша. Лаваш смазываем майонезом. Удобнее всего смазывать силиконовой кисточкой. На лаваш выкладываем тертые яйца. Равномерно распределяем их по лавашу. Накрываем третьим листом лаваша. Лаваш ничем не смазываем, а сразу же выкладываем подготовленные тертые огурцы. Равномерно распределяем их по лавашу. Все скручиваем в плотный рулет. Также у меня на канале есть несколько меню на праздничный стол. Смотрите их по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Приготовленный рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник настаиваться на 1-2 часа. Я положила на ночь. Готовый рулет достаем из холодильника и нарезаем порционными кусками. Подаем на стол. Рулет из лаваша с икрой мойвы получился очень вкусным и красивым. Он достаточно сытный, так как есть в начинке яйца, и сочный за счет огурцов. А икра мойвы с креветками придает рулету пикантный и неповторимый вкус. Если вам понравился такой рулет из лаваша, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.